Новый проект Оренбургского областного центра медицинской профилактики и Дворца культуры и спорта «Газовик» «Зарядка для здоровья» набирает обороты. Больше 100 участников собрались в субботнее утро, чтобы под руководством фитнес-инструктора Ольги Лычагиной выполнить комплекс зажигательной разминки. Сегодня прошла зарядка на ура, погода была супер, все было замечательно, немножко волнительно, но мы справились. Отлично! На площадке было много представителей областных городских больниц. Кто, как не медики, своим примером могут мотивировать людей на здоровый образ жизни. Замечательное ощущение, много положительных эмоций, солнце, радость в душе. Прекрасно все. Спасибо организаторам. Все очень понравилось. У нас большая команда, 13 человек, поэтому мы рады. И не первую неделю уже участвуем. Научились некоторым упражнениям, которые не знали, будем делать дома. Замечательно просто. Такой прилив бодрости. Новых сил. Ощущение великолепное. Мы даже не ожидали, что столько будет, да, народу и вообще упражнения хорошие. Упражнения, которые предлагаются на зарядке, подходят всем, и молодым, и людям в почтенном возрасте, и детям. Мне понравился зарядка. Изумительно. Видите, личико красненькое. Так, как чаек? Ой, шиповник, прелесть. В каждой зарядке обязательно участвуют именитые спортсмены Оренбуржья. На этот раз вместе со всеми упражнения делала мастер спорта России международного класса по пауэрлифтингу, победитель первенства мира среди молодежи Елена Борисова. Я считаю, что это нужно делать не только спортсменам, но и людям, которые не занимаются спортом, потому что это бодрит с утра, это придает силы на весь день, это очень полезно для здоровья, конечно. После зарядки всех участников ждал фито-чай, розыгрыш лотереи с призами от партнеров и приятное общение с друзьями. Следующая зарядка для здоровья состоится 10 августа в 10:00 на стадионе «Факел» рядом с Дворцом культуры и спорта «Газовик». В ней примет участие победитель проектов «Звезда танцпола» и «Танцы» Ильшат Шабаев.